Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео у нас будет очередной обзор, очередной роскошной колоды от Теории 11. Эту колоду в июне месяце выиграл пользователь с ником Даниил Скворцов. Эта колода называется «Аристократ». В этом видео мы посмотрим, что эта колода из себя представляет. Итак, внимание на экран. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим нашу колоду, которая называется «Аристократ». Собственно, как она выглядит. Колода у нас такого темно-синего цвета, с белыми цветами и с золотистыми. Ну, то есть на лицевой стороне мы видим такой вот гербик, пиковую крестовую масть и такую буковочку R, А английская, да? Здесь такой вот узорчик с короной, собственно, сама надпись «Аристократ», «Line and Finish», то есть это покрытие карт «Line and Finish», и далее «Made in USA» и так далее. На торцевой стороне мы видим надпись «Аристократ», здесь тоже «Аристократ», здесь сверху на язычке цифры 727. Ну, я так понимаю, это то же самое, как, например, в B92 или в Таллихо номер 9, то есть какая-то серия карт там своя внутренняя, да. Ну и здесь, соответственно, как обычно, штрих-коды и надписи, где произведено, кем и адреса. На обратной стороне мы видим также надпись «Аристократ», «Playing Cards», да, игральные карты, и такое вот изображение рубашки, которое присутствует у нас на этой карте. Карты эти разрабатывались с студией «Теории 11». Вот. И вообще эти карты как бы это переиздание карт «Аристократ», потому что раньше они назывались «Аристократ Бэнкнот» и выпускались аж с 1930 года. Ну вот в 2011 году их переделали, немножечко там поменяли дизайн, соответственно бумага, точнее картон, покрытие, все уже стало другим. И колода «Аристократ» увидела новый свет в новом виде. Ну что ж, давайте откроем, посмотрим на сами карты. Коробка внутри у нас белая, обычная. Ничего особенного там такого больше нету. Итак, что у нас есть в «Аристократах»? Это, конечно же, первым делом рекламная карта, где написано, идут перечень названия карт, которые такие самые известные, да, то есть «Аристократ», «Байсикл», «Би», «Хойли», «Фурнье», «Кэм» и так далее. Ну и ссылка на сайт Bicycle Cards. В общем, как обычно, рекламная картишка. Карта с пустым лицом. И дальше уже пошли у нас такие карты. Давайте, конечно же, как обычно, по традиции, начнем с двух джокеров и пикового туза. Вот таким вот образом у нас выглядят джокеры. Такой вот забавный чувачок стоит. Напоминает такого клоуна из цирка. В таком широком наряде. На наряде нарисованы пиковые, крестовые, червовые, бубновые масти. Ну, в такой вот он шляпе и такой тип как кланяется. Вот такой вот интересный джокер. Очень красивый. Ну и такая вот роскошная надпись «Аристократ». Пиковый туз. Пиковый туз у нас выполнен вполне так вот, без всяких там заморочек. То есть обычная такая пиковая масть. В центре буковка А. Аристократы, да. И такой вот узорчик, типа как бабочка такая завязанная. И все. Вот такой вот пиковый туз. Ну, соответственно, United States Playing Card Company, то есть кто это печатает и так далее. Сразу же хочу обратить ваше внимание на рубашку. То есть рубашка у нас вот такого вот цвета здесь в «Аристократе». Не такого цвета, а вот такого вот, с таким вот рисунком незатейливым. Если приглядеться, то это такая как бы ленточка, которая так вот вьется. И вот так вот она вьется по кругу. То же самое здесь. Сначала я думал, может быть, это этим. Есть такие вот узоры, когда взгляд расфокусируешь, там проступает какая-то картинка. Но что-то сколько я не расфокусировал взгляд, так ничего разглядеть не получилось. Вот такая вот рубашечка у нас на «Аристократах» и такой вот пиковый тузик.
Ну что же, теперь давайте посмотрим сами карты. Черные масти у нас, как обычно, черные. Классические изображения старших карт, то есть валет, дама, король, но опять же с этой фишкой от теории 11. То есть все изображения в классическом виде, они светлее, здесь они затемнены. Давайте, например, посмотрим на колоду Bicycle School, просто для сравнения, потому что в ней именно такие вот классические расцветки. Вот, к примеру, я возьму даму черви. И отсюда даму черви. То есть вот это классическая расцветка, вот это расцветка теории 11, да? Вот, аристократ. То есть обратим наше внимание, опять же, что здесь цвет красный, здесь он уже такой какой-то бордовый, затемненный. То есть желтый цвет заменен на темно-золотистый, синий цвет заменен здесь на темно-темно-синий. Вот, в некоторых колодах, кстати, теория 11 темно-синий заменен также на черный. Вот. Ну и желтые цвета, как я уже говорил, значит, заменены на темно-золотистый. Вот такая вот отличительная особенность в расцветке старших карт. Вот так вот у нас они выглядят. Красная мазь, как я уже говорил, сделана более темная. Изображение лиц у нас классические. Что касается самого качества карт, да, то есть как они лежат в руке, как они скользят. По мягкости своей, они мягкие, хочу сказать сразу. Они такие же мягкие, как монархи. То есть, если, например, взять артизан или взять тайкун, они такие жестковатые карты. Вот монархи и вот аристократы, они мягкие. То есть, они очень легко гнутся. То есть, их очень легко перетасовывать. То есть, если, как мы помним, когда покупаем, да, там новые карты, например, Bicycle, стандарты, они такие жестковатые. То есть, пока с ними разработаешь, да, они станут, потом со временем становятся более мягкими. В аристократах такого нет. Карты сразу мягенькие, то есть тасуются вообще на ура. Фару шафл с ними получается просто замечательно, без всяких напрягов. Также хорошо они веерятся. Соответственно, лентами раскладываются также изумительно. В общем, карты достойные. Вообще, я должен заметить, что карты от теории 11, они такие очень хорошие карты. То есть, теория 11 не жалеет ни времени, ни сил, ни средств, чтобы создавать действительно шедевры. И я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что аристократы – это как раз вот один из таких шедевров. Вот лично я уже посмотрел монархи, да, вот аристократ, артизаны, тайкуны. Все вот эти карты от теории 11, они все просто замечательные. То есть, вы не ошибетесь, если купите такие карты. Просто выберите дизайн, который вам больше нравится. По качеству они все превосходные. Но вот я лично бы брал, конечно, карты, которые вот помягче. Вот, например, аристократ, монархи, они как раз вот из этой серии. Они прям очень мягкие. Очень прям здорово с ними работать. Ну что ж, друзья, на этом все. На связи с вами был Куликов Сергей. Да, чуть не забыл. Если кому-то понравились эти карты, то ссылки на покупку этих карт на лучшие магазины, на проверенные магазины я оставлю в описании к этому ролику. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей. И вот теперь точно всем пока.